И я, и вся наша редакция подробностей поможем украинской армии и детям, естественно, тоже. Хотя обливаться не обязательно, можно и так перечислить деньги, но это действительно хороший стимул. А я передаю эстафету своим любимым коллегам, которых очень люблю и уважаю, Лиде Таран, Зурапу Алазани и Алене Фроляк. Ну и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера.